В Башкирском Зауралье планируют запустить систему орошения земель на 4 миллиарда рублей. Инвестпроект представила группа компаний «Агродинамика» на инвестчасе у Радия Хабирова. По словам финансового директора предприятия Анастасии Калягиной, мелиорация затронет территорию Абзелиловского, Баймакского, Учелинского и Хайбулинского районов республики. Проект позволит улучшить плодородие в засушливой части Башкортостана, повысит экспортный потенциал региона и создаст 200 рабочих мест. Подобный проект компания успешно реализовала уже в степных районах Саратовской области. Мы предполагаем, что в 2021 году это основной момент. Выбор земельных участков, потенциально орошаемых земель, проектирование и обязательное прохождение госэкспертизы проекта, разработка бизнес-плана финансовой модели, привлечение инвестиционных финансирований в рамках проектного финансирования банков, заключение договоров на поставку труб, насосов, дождевальных машин и проведение строительно-монтажных работ в рамках проекта. С 2022 по 2025 годы компания планирует построить систему орошения земель на площади в 10 тысяч гектаров, ну а в последующие выращивать на сельхозугодьях кукурузу, сою, подсолнечник и пшеницу. Выручка предприятия будет составлять около 1 миллиарда рублей в год, ну и после разработки проектно-сметной документации компания проведет экологическую экспертизу. Ну и в случае положительного заключения инвестпроект сможет претендовать на статус приоритетного и на оказание содействия в рамках федеральной программы мелиорации.